Приветствую, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий, и это очередной Business Insight. И сегодня я хочу поговорить с вами об экспертном маркетинге. Экспертный маркетинг – это очень крутой способ прогревать вашу целевую аудиторию, прогревать лояльность вашей целевой аудитории, поскольку очень многие компании сталкиваются с проблемой резкого сужения воронки продаж или воронки продвижения ваших продуктов или услуг. Вы даете рекламу или работают ваши менеджеры по продажам, вы входите в контакт с клиентами, получаете вот эту первую точку контакта, и клиенты не готовы покупать сразу. И вы пытаетесь уговорить их купить ваши продукты и услуги, они не покупают. И причина в том, что у них нет достаточной лояльности к вашей компании, либо же все дело в том, что просто в данный момент для них потребность в приобретении ваших товаров или услуг, она недостаточно актуализирована. Возможно, у них просто даже нет культуры потребления ваших товаров и услуг. И крутым инструментом для подогрева вашей целевой аудитории, для того, чтобы стимулировать продажи, является экспертный маркетинг. После того, как вы создали знания о своем продукте и после того, как вы вошли в точку первого контакта с вашими клиентами, если клиент не покупает сразу, не торопитесь, не надо его уговаривать. Создайте прогревающее, обучающее мероприятие. То есть, например, вы занимаетесь какими-то сложными насосами, которые не до конца понятны, например, строительным компаниям. Они привыкли покупать старые технологии насосов. А у вас новая инновационная технология. Запустите учебный семинар и приглашайте проектантов, главных инженеров компании на это мероприятие. Например, вы занимаетесь предметами интерьера или, например, как некоторые наши клиенты занимаются кафельной плиткой для ванных или для дома, для санузлов, соответственно, вы можете создавать мероприятия, на которые вы приглашаете, на которых кто-то, специализирующийся на дизайне интерьера, какой-то эксперт, рассказывает о трендах дизайна. На примерах вашей плитки приводит различные способы внедрения современных методов украшения интерьера или там, дизайна интерьера. То есть способов может быть масса. Например, у вас лекарства, учите, как они работают, как они влияют на организм человека. У вас медицинские услуги, давайте, проводите мероприятия по здоровью, по профилактике, повышайте культуру потребления. Это называется экспертный маркетинг. Это очень крутой инструмент подогрева вашей целевой аудитории. Важный инсайт, просто задумайтесь прямо сейчас, вот в вашей цепочке продаж, с момента, когда вы создаете знания и точку первого контакта вашей компании и клиента, что вы можете добавить в качестве учебного, экспертного, прогревающего мероприятия. Кстати, помимо живых мероприятий, вы можете использовать современные средства коммуникации. Это онлайн, например, живые трансляции, например, вебинары, например, вы можете вести блог, на котором будет видеоконтент, регулярный видеоподкаст, или даже просто писать статьи. Самое главное, чтобы вы коммуницировали с клиентом в каждой точке, давая ему экспертную информацию, обучая клиента. И таким образом, если вы попадаете в ценность, если вы даете ценность клиенту, попадаете в боль, и клиент чувствует, что да, круто, то есть у клиента после каждой точки контакта возникает такая внутренняя благодарность по отношению к вам, постепенно лояльность клиента к вам начинает расти, и рано или поздно он становится готовым, чтобы купить у вас. Возьмите на заметку данный принцип и поставьте лайк, поскольку так вы поддержите нас и будете стимулировать нас генерировать больше крутых инсайтов для вас. С вами был Кирилл Куницкий, и мы увидимся в следующем выпуске Business Insight. Пока!